Ой, мысли пошла, да-да-да-да, пошла, родимая. Так, ой, чувствую, далеко пойдет моя мысль. Да, еще кажется, гениальная мысль. О, так-так-так, надо все скорее зафиксировать на бумаге. Ага, так, значит, так, бумага у нас есть. Подать сюда чернила и пернила. А, чернила есть уже. Подать сюда перо. Это что? Это перьевой Паркер, что ли? Эх, да Паркер, это несерьезно. Я повторю. Подать сюда перо. О, это пойдет, это по-нашему. Так, перышко мое, перышко. Вот, теперь художник может творить. Так, мысль гениальная. Так, подождите, была же гениальная мысль-то. Пошла куда-то мысль гениальная. Совсем ушла, что ли? Так, ой, нет, так надо вспоминать. Так, мысли гениальная. Ну да, дело за малым. Нужно построить театр. Построить театр. Так, сейчас мы все запишем. Так, постройте. Так, мы сейчас все запишем. Театр построить? Нет, что-то я боюсь, не потянем мы театр построить. Так, а что мы потянем? Надо набрать труппу. Человек так эдак 150. 150. Человек так эдак 150. Нет, боюсь, что 150 мы тоже не потянем. Да и где мы их возьмем? Эх, это ж вам не Мариинский театр. Ну ладно. Так, значит, построить театр мы не сможем. Труппу набрать мы не сможем. А что мы сможем-то? Все приходится делать самой. Вот, ну, все приходится на себя брать. Ай. О, так, подождите. У нас есть дом. У нас есть я. Хм. Что же нам еще-то нужно? Что нам еще-то нужно? Вот же она, моя гениальная мысль. Так что ж я тут делаю? Да что мне тут записывать? Пойду я им и вот так все им так и скажу, как на духу, вот, вот все, пойду и все скажу.